Научить бойцов разведки в совершенстве выполнять все то, что от них требуется в бою – главная задача учебного центра Народного корпуса ополчения. Задание урока. Тактика огневая подготовка. Работа в движении двойками-тройками. Стрельба из СВД с позиции лежа. Наша съемочная группа в очередной раз приняла активное участие в учебном процессе. Так как приемы и способы ведения огня разведчиками отличаются от техники применения оружия стрелками и автоматчиками, разведчики должны уметь хорошо понимать значение маневра огнем, самостоятельно определять цели, определять расстояние до них, выбирать точку прицеливания, правильно определять момент открытия и способы ведения огня, вести меткий огонь из винтовки, автомата и ручного пулемета в условиях ограниченной видимости ночью и при искусственном освещении цели, поражать цели одиночным автоматическим огнем из любого положения, стоя с хода навскидку, после длительных перебежек и переползаний в условиях ограниченного времени, вести огонь по целям, расположенным за укрытиями и в строениях, открывать огонь из автомата в точку с переносом огня в глубину и по фронту, вести огонь по внезапно появляющимся и движущимся в разных направлениях целям, поражать цели с танка, бронетранспортера и автомашины, точно определять признаки присутствия противника, на основании чего поражать цели, ведя огонь в направлении вспышек и звуков, использовать в бою оружие противника, знание техники и практика работы в двойках, тройках. Только систематическая отработка навыков – залог успеха в бою. Оксана Волчонок, Вячеслав Богачук, Дмитрий Русский, Тарас Мирный, Новороссия ТВ, учебный центр Народного корпуса ополчения, Донецк.